Доброе утро. У нас начинается день субботний. Мы поели. Впереди праздничные дни, и у нас много планов в процессе наших каких-то событий. Я буду снимать. Приятного просмотра. Памятный отпечаток. Чернила. Но они смываются. Соломончик, потом посмотришь, какая у тебя была маленькая ножка. Да? Вот получилось что-то странное, но на самом деле пальчики все видны, и слава богу. Наклею это в дневник Соломончика. Мой первый год жизни. Соломончик, едем за продуктами. Вот папа несет Соломончика в машину. Родная лента. Так, поднимаемся. Соломончик внимательно смотрит на все. Я говорила, что в ленте есть детский отдел, и сейчас мы взяли пеленки 365. Они очень удобные, и цена у них нормальная, где-то 400 рублей стоят. Здесь 20 штук. Потом салфетки взяла и еще один бодик. Вот, цена его 556 рублей. Слушайте, вообще отличный вариантик. Вот мои любимые всякие ростки и руккола. Беру от бренда «Белая дача». Так, раз пачечка. И возьму отдельно, наверное, вот. А, нет, не буду, потому что еще у меня не закончилась предыдущая пачка. Любимый отдел «Art Fruit». Все красиво, аккуратно. Ну, набирается корзинка, взяли шашлык, фарш и шашлык из индейки, голубику, черри, ну так, по мелочи. Закупились. Едем теперь домой. Так, шашлык в духовке сделаем. Я так захотела мясо. Поедим. Илюша в духовку ставит мясо. А я делаю салатик примерно как вчера я сделала, только у меня нет феты. Ну, я хочу без феты. Вот, мы пока перекусим, ждем мяско. Макуся, а ты что? Ты что, проказница? Ты баловалась? Салатик готов. По-моему, тоже выглядит замечательно. Также взяла свои пимонские хлебчики, тарелочки, все, перекус готов. Сейчас я буду гладить белье. Могу сказать, что я не очень это люблю делать, но что поделать, надо. Утюг очень давно покупали, я даже не знаю, когда. То есть это, наверное, был 2016 год, но тогда уже он стоил недешево, поэтому, конечно, хорошо справляется со своей задачей. И доска ей тоже, наверное, лет 20. В Финляндии покупал еще мой муж. Но она мне тоже нравится, поэтому новую как-то не очень хочется брать пока, наверное. I
know what I'm supposed to do. Ну все, мои дорогие, белье поглажено, задачи выполнены. Я обожаю вести Google Planner и ставить галочки, что я это выполнила. И параллельно, естественно, с пупсом со своим тут уже и поспал, и покапризничал, и все на свете, да? Да, мой дорогой? Ты мой сладкий? Пу-пу-пу! Все, забрали заказик. Макуся, выходим. Мы на зоне заказывали. Маки, проходи. Заказывали пасту зубную. И я с Макуськой прогуляться решила вечером. Ну, не решила, а положено. Так, у нас вечерний променад. Вот, муж с ребенком. И в скором времени мы уже отправляемся спать. Так что вот такой у нас денечек был сегодня, субботний, спокойный, хороший день. У нас уже следующий день, мы едем погулять, погода, конечно, дождливая, поэтому просто поедем на Канонерский остров, проедемся. Пупс наш спит, как раз его время сна, сейчас у нас 12:18. Think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you. Константин, и прямо у нас есть фотографии на фоне этого ледокола. А сейчас он стоит, он вообще здесь и стоит. Илюша. Так, это его законное место на Канонерском острове. Вот. Так сказал Илья. Вот. Я повторяю его слова. Едем дальше. Канонерский судоремонтный завод. Там очень здорово. Ну, туда нельзя проехать. Мы под туннелем. Да, мы под туннелем. Ой, да. Над туннелем мы. Конечно. Нравится нам этот остров. Сейчас поедем на Миллионную, да, Илюш? Да. Там, короче, я увидела, что есть какаошница. То есть на вынос можно взять какао, и там огромное количество разных какао. Вот это любопытно, потому что я подобного не видела. Так что поедем на разведку. Вот это мой любимый Екатеринговский мост. Посмотрите, какая красота. Мне что-то напоминает Шерлок Холмс. Здорово вообще.
Это Рижский проспект. Дэвид Линча. Сегодня голова ластик. Это первый дебютный полнометражный фильм. Илюша меня привез в самый-самый конец Фонтанки, ребята. Посмотрите, она впадает в залив. Как же здорово. Атмосферно. Это Фонтанка 172. А начинается Фонтанка возле Летнего сада. Вот, мы в Коломне. Сейчас будет слева исторический мост. Адмиралтейские верфи. Да, это Адмиралтейские верфи. А вот этот мост называется Старокалинкин. Фонтанка с видом на Троицкий собор, на гостиницу Азимут. Как вы понимаете, мы очень любим наш город. Какая милашка, чао какао. Сейчас куплю. И мы вернулись уже, сейчас будет у меня салатик, и остался у нас шашлык, так что замечательно нас ждет обед. Здесь у меня огурчики, лук-шалот, помидоры обычные и помидоры черри. Вот, экокультура были помидоры черри. Ой, вот. Далее оливковое масло, только что забрали на Яндекс.Маркете, пришло. Ой. Также сюда добавлю ростки сои, попробую. И салатные листья. Руккола, ростки подсолнечника. Бренд «Белая дача». Пришла идея сюда добавить еще болгарский перчик. Мне кажется, будет неплохое дополнение. Заправка оливковое масло, лимонный сок и немного бальзамического уксуса из Модены. И вот наш прекрасный шашлык. Так. Немножко для пикантности. Все, салат готов, перемешиваем и приятного аппетита нам. Пришел небольшой у меня заказ с Озона, бытовой химии. И покажу вам несколько средств, которые я точно могу рекомендовать. А вот эти гель для черного белья и кондиционер для белья с аромакапсулами азиатского бренда я рекомендовать пока не могу, не знаю. Посмотрим, как они будут справляться со своими задачами. Что точно могу порекомендовать, это гель для детской посуды, игрушек, сосок и бутылочек Синергетик. Очень люблю, мне нравится. И кондиционер для белья, для детского белья Ушастый нянь. Сразу взяла 2 литра. Очень нравится. Приятная душка.
Ну и мыло в такой пачке очень выгодно брать. Бархатные ручки, тоже приятный аромат. Ничего плохого не могу сказать об этом мыле. Вот такой наборчик. Ну что, нравится? Перевернулся? Ой, как нравится Соломончику, вытягивается. Ой, замечательно. Прям жаждет он так перевернуться на животик, да? А как головку держишь? Ну, просто не мальчик, а мечта. Чудесный мальчик. Ку-ку. Ребята, на этом буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Буду рада новым друзьям. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. В принципе, мне очень подходит такой формат снимать видео за 2 дня и выкладывать. Так что я кайфую от этого процесса. Надеюсь, вы чувствуете мой позитив. Все, до следующего включения.